Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Каждый второй работодатель платит зарплату ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает Кировское управление налоговой службы. По его данным, в первом квартале сумма начисленных доходов физических лиц составила в Кировской области 31 миллиард рублей. Рост за год 3%. Налога с этой суммы насчитано почти 4 миллиарда, страховых взносов 24. Анализ показывает, что из общего количества налогоплательщиков, выплачивающих зарплату, а это 21 тысяча, каждый второй выплачивает ее ниже прожиточного минимума, а треть ниже МРОТ. Их ждут мероприятия налогового контроля, направленные на легализацию зарплат. Программа «Экономика». Регионы показали наименьший дефицит за последние 10 лет. Об этом сообщает правительство России. По его данным, в прошлом году региональные бюджеты были исполнены с минимальным разрывом между доходами и расходами. Их общий дефицит сократился со 170 миллиардов до 12. Кировская область существенно сократит дефицит только в этом году. Изначально бюджет на 2017 год принимался совсем без дефицита. То есть было сокращение на 4 миллиарда рублей по сравнению с предыдущими годами. Теперь его размер порядка 200 миллионов рублей. Экономика на 101 FM. Работающим пенсионерам увеличат выплаты и максимальная прибавка – денежный эквивалент 3 пенсионных баллов – 236 рублей. Это коснется тех граждан, которые работали в прошлом году, пишет портал iKirov. Повышение пенсии их ждет в августе. На него могут рассчитывать пенсионеры, работающие легально и получающие страховые пенсии по старости и инвалидности, пояснили в пенсионном фонде. А пенсии работающим пенсионерам не индексируются с января прошлого года, но при увольнении индексация автоматически восстанавливается. В завершении о валютах. Доллар на сегодня 57 рублей 3 копейки, курс евро 63,95. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.